С ноги открыли двери и вынесли все, что попало под руку. Два человека ограбили продуктовый магазин. Парни заранее выбили несколько входных групп, видимо, чтобы можно было побыстрее скрыться. Орудовали тоже молниеносно. Пробежались по торговому залу, успели заглянуть и за стойку кассира. Награбленное складывали в спортивную сумку и пакет. Что именно забрали парни, неизвестно, но, судя по кадрам с камер наблюдения, последним, что прихватили криминальные товарищи, стали несколько бутылок спиртного. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщают, что факт налета на магазин зарегистрирован, стражи порядка уже устанавливают все обстоятельства, грабителей ищут.